Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Mitsubishi Pajero 2008 года выпуска, двигатель 3.2 дизель, полный привод, автомат. Пробег на автомобиле 138 тысяч. Хозяин попросил развальные болты на передних нижних рычагах и на задних, все болты промазать. Для этого мы поднимаем автомобиль, ну и по одному снимаем болты, чтобы особо сильно развал не сбить, потому что мы делать все равно его будем после этого. Немножко помечаем, как оно стоит, снимаем болты, смазываем и устанавливаем на место. Так как очень часто эти болты закисают. Будем надеяться, что здесь в данный момент этого не произошло, и болты открутятся и снимутся легко. Приступаем. Вот болты, про которые я говорил, развальные. Здесь что спереди на рычаге, что сзади на рычаге развальные болты. Сейчас мы их почистим, немножко маркером пометим здесь сбоку и открутим. Будем по очереди откручивать, снимать и мазать. Щеткой по металлу. И вот здесь поставлю метку. Ключ на 19. Судя по тому, что болт движется, они еще не успели прийти в негодность. Поэтому человек решил себя обезопасить в будущем от лишних трат средств, а сделать сразу. А здесь нам мешает этот болт полностью вытащить кронштейн редуктора переднего моста. Ничего подобного, болт выходит. И выходит нормально. И как видно, на болту коррозии вообще нету. Так что крашу весь болт. И вставляю его на место. Вот таким образом перетряхиваем все болты.
Поторопился порадоваться, не все так хорошо. Вот этот болт, видать, прихватило. Я его попробовал пошевелить, а он шевелится вместе со втулкой. Вот как раз о чем я и говорил. Этот болт все. Попробую его расквасить, конечно. Вот что делает коррозия. А теперь, чтобы снять этот болт, его придется резать. А просто так его не разрежешь. Это, следовательно, надо менять сайлентблок. Но все равно попробую расквасить. Я одел гайку обратной стороной, залил ВД-шкой, сзади подергивая вверх-вниз. Отсюда бил молотком. И что вы думаете? Я его расшевелю. Он пошел. Сейчас вытащу, почищу. Болт почищу. Внутри сайлентблок смажу. И поставлю на место. Так что... Спас сайлентблок, спас болт. Раскрутил его. Еще не совсем все потеряно было, значит. Вот такая вот коррозия. Но не приварился коррозии, поэтому нормально. Чистим его хорошо. Также берем маслянистой тряпкой, проходимся внутри сайлентблока. Что, обильно красим болт. И вставляем его на место.
Вот так вот. Чуть-чуть позже этот болт бы уже пришлось срезать. Продолжаем. Похоже, правая сторона, вот передний болт, я мучился, взялся задний, откручивать задний, точно такая же тема. Сейчас придется также расквашивать, если повезет, мы его выбьем и расшатаем. С левой стороны еще задний я не делал, но я думаю, что правая сторона закисла, левая не закисла, потому что передний левый болт вообще изумительно открутился и вышел. Здесь вообще даже. Ура, ура, и еще раз ура, удалось расшевелить и выдернуть. Чистим болт. Почистил болт. Так, ну идем на левую сторону. Очень интересно будет, как здесь открутится и вытащится. Ну что скажу, левая сторона. И передний, и задний болт оба шевелятся. Либо они не закисли, либо их делали. А вот этот болт не вылазит. Ладно, красим его на месте и на место ставим.
Ну вот, с передними болтами у нас все повезло, все нормально, все сделали. Идем назад. Да, не повезло с задним болтом. Сейчас их замочу все. И через какое-то время еще попробуем, может быть, повезет. Попробовал все болты. Ни один из них не расшевелился. Поэтому нам еще предстоит обрезание, замена болтов и замена сайлентблоков. Просто так сделать не получится. На этом все. Всего вам доброго.